Приветствую вас, дорогие мои весы! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас разговор пойдет о любви, как говорится, о делах сердечных. Прогноз будет состоять из двух частей. Первая часть будет для тех, кто имеет пару, вторая часть будет для тех, кто свободен и находится в поиске. Гадать будем на весну, да? То есть март, апрель и май 2020 года. Итак, дорогие мои весы, какие события ожидают вас в любовной сфере в этот весенний период? Начнем с тех, кто имеет пару. Итак, какие события ожидают вас? К чему эти события приведут? Совет карт Таро. Дальше. Прогноз для тех, кто свободен. Какие события ожидаются в вашей личной жизни? И к чему они приведут, эти события? Совет карт Таро. Приступим. Что у нас тут получилось? И вот сюда. Начнем для тех, кто в паре. На событие выпал паш чаш и император. Что тут можно сказать, дорогие мои весы? Поиск будет какого-то решения. Решение, связанного с вашими отношениями. Вполне возможно, что кто-то из вас начнет диктовать свои условия. Даже не просто диктовать, а очень жестко их ставить. Не совсем это понравится. Не совсем это понравится вашему партнеру или партнерше. Тут все зависит от того, кто смотрит этот прогноз. Вот, поэтому будут изыскиваться какие-то способы решения этой проблемы, способы ухода, возможно, от этого давления, или как-то, вот знаете, может даже, знаете, эмоционально придется... Слово не могу подобрать. Ну, ладно, как говорится. Не буду пока об этом, потом слово придет, я скажу. Итак, дорогие мои, если вы мужчина смотрите, то да, вам захочется, как говорится, рулить в своих отношениях. Вы считаете, что то, что как вы думаете и какие решения вы принимаете, они самые правильные. Вот. И, может быть, даже будете это доказывать каким-то образом. Ну, хотя я сильно сомневаюсь, что шибко будете вы много времени тратить на доказательства. Вот знаете, как я сказал, так должно и быть. Или кто, как говорится, хозяин в доме. Вот что-то вот типа этого. Если вы женщина, смотрите этот прогноз, то, конечно, вас не совсем будут устраивать эти отношения, не исключены какие-то эмоциональные всплески. Вот. Возможно, вы будете искать причины, почему ваш партнер так себя вдруг повел. Вот. Откуда, как говорится, ноги растут. И вот этот поиск этой информации, он для вас будет очень важный в этот период. Потому что все-таки, что ни говори, ну, вам бы не хотелось, чтобы ваши отношения складывались с партнером вот именно в таком русле. Вы, как говорится, натура впечатлительная, натура нежная, я про женщин говорю. И вам, конечно, нужно, чтобы сохранялся какой-то баланс в отношениях. Партнерство, вот так я бы сказала, партнерство. А вот это давление со стороны партнера, оно вот вам, как говорится, и даром не нужно, и рядом не лежит. Ну, к чему приведет вот это противостояние с друг другом? Мы видим здесь, выпал король чаш и дама мечей. Ну, что тут сказать? Не исключено, что это приведет к каким-то резким, категоричным выставлением
своих требований. Ну, вот если вы, женщина, смотрите этот прогноз, да, с вашей стороны могут быть капризы. Вы можете, конечно, менять свое отношение к своему партнеру. Сегодня вы с ним ласковы, завтра вы, как, вернее, так даже, сегодня вы принимаете его условия, его давление, завтра вы, как говорится, встали на дыбы и no, как говорится, не хочу, не буду и, как говорится, иди, как говорится, далеко. Вот. Ну, дама у нас мечи, всегда женщина категоричная, ее доводить до белого коленя ни в коем случае нельзя. А иначе она выставит такие требования и может даже резко оборвать отношения. Потому что золотой середины для дамы мечей, ну, вряд ли есть эта золотая середина. Ей нужно или вот как правильно, или, как говорится, никак. Вот. Поэтому, если вы женщина, то вполне возможно, вы загоните в берлогу своего мужчину, своего партнера, скажете, все, сиди тихо и не шевелись, все равно будет по-моему. Ну, если вы мужчина, смотрите этот прогноз, то я скажу так, как говорится, шансы у вас выиграть спор или стать победителем в этом споре, или настоять на своем, вот таких, поставить себя во главу угла, ну, вряд ли получится. Вам придется сдаться, затихариться, как говорится, и принять те условия, которые поставит вам дама мечей. Потому что дама мечей, она шутить не будет. Если что-то не по нее, она просто скажет развод, и все, и точка. Либо так, либо так. Что советуют карты Таро? Ну, здесь у нас выпала сила. Карты Таро советуют не нагнетать обстановку, не делать каких-то таких, знаете, резких, грубых, агрессивных телодвижений. Вот, не нагнетать обстановку, ваши отношения и решать все мирным путем, лаской. Ну да, может быть, какими-то манипулятивными способами, методами, но тем не менее факт остается фактом. Лучше по головке гладить и на своем настаивать. Но в данном случае мы опять же видим, что карты Таро советуют сдаться женщине, все-таки женщина укрощает льва, поэтому мужчины, кто смотрит этот прогноз, опять же, карты советуют вам не надо. Не надо делать вот этого императорского захвата своей партнерши. Не надо. Все равно она победит. Так что стоит ли начинать и стоит ли нагнетать обстановку. Вот такой прогноз для вас получился. Идем дальше. Свободные мои весы. Что у нас здесь? На событие выпала звезда и на событие выпал король пентаклей. Ну, многообещающие, можно так сказать, карты с одной стороны. Ну, я начну с другой стороны. Да, вполне возможно, что в этот весенний период вы будете вспоминать какого-то мужчину, который вам очень нравился, который не ушел из вашего сердца, скажем так. Вот. Либо вы будете формировать в этот период образ мужчины, идеал мужчины, который вам нужен. Ну, шансы также встретить мужчину тоже есть. Все-таки король Пентакли, он и есть король, это самый натуральный мужчина. Вот. Все может быть. Что касается мужчин, свободных мужчин, да, тоже будет ностальгия по настоящей женщине. Женщины с большой буквы, женщины-звезды. Ну, предпримите ли вы какие-то действия к этому? Сложно сказать. Все-таки карта звезды, она не дает каких-то таких телодвижений. Ну, думаю, да. Вполне возможно. Почему? Потому что король Пентакли, он говорит о состоятельности. То есть не исключено, что вами будет задействован какой-то материальный ресурс для привлечения женщины. Вполне возможно. То есть для привлечения новой партнерши.
Уж какой-то ресурс, вернее, какой-то будет способ, как говорится, это уже другой разговор. Ну, к чему приведет вся эта история? Давайте будем смотреть. Для женщины. Для женщины эта история может вполне привести к встрече. Все-таки у нас здесь выпал рыцарь чаш и десятка чаш. Мы видим, как говорится, что ваши действия, ваши усилия не были напрасны. Вы добились своего. Десятка чаш – это радость. Радость, и мы как видим еще на рисуночке, что тут мужчина и женщина. Радость партнерства, радость знакомства, радость от того, что вы встретили именно того, кто вам нужен. Вот. Что касается мужчины, если смотрит прогноз. Ну, тут, понимаете, я вот больше всего склоняюсь к тому, что верх возьмет какая-то нерешительность, опасения, страх, а что там, что за партнерша, а вдруг эти отношения, ну, не совсем окажутся теми, какими вам хочется. Да, знакомство может вполне состояться, веселое времяпровождение вполне может быть, но вот со стороны мужчины вряд ли будет сделаны какие-то такие, знаете, решительные шаги, чтобы эти отношения более укрепились и, как говорится, переступили на новый этап. Более серьезные стали, скажем так, да, более конкретные и уже указывающие, что это не просто так знакомство и какой-то там это букетно-конфетный период, но это уже более, мы двигаемся уже к более серьезным отношениям. Что советуют карты Таро? Здесь у нас выпала карта Мир. Ну, карта Мир, она говорит о переходе, о завершении одного этапа и переходе на новый этап. Карта Мир говорит об, наконец-то, созревшей у вас самих гармонии, скажем так, признанию, что да, нужно что-то начинать. Нужно, ну, скажем так, разнообразить свою свободную жизнь. Нужно принять какие-то обязательства по отношению к новому партнеру или к новой партнерше. В любом случае, карта советует, да, начинайте, друзья мои. Все, пришло время, хватит свободно вам плавать, надо уже делать, что-то делать. Да, риск, ну а что сделаешь? А вдруг повезет? А вдруг вы встретите именно ту партнершу или того партнера, который вам по судьбе? Все может быть, все может быть. Вот такой прогноз получился, уважаемые девы. Мне остается только вам пожелать любви, конечно, большой, взаимной любви. Ту партнершу или того партнера, какой вам нужен. Пусть у вас, как говорится, все будет ладненько. Мир, любовь, забота, взаимопонимание, гармония. Вот. И вообще, будьте счастливы. Будьте счастливы и еще раз будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале.